Здорово! Оп-оп-оп! Чё, не ожидали? Приветствую, дружище, меня зовут Саша, вы на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и да, чудо, у нас сегодня битва замков, и прикол заключается в том, что многие из вас там иногда заходили на мой стрим по GTA 5 RP, Grand Roleplay, ссылочка в описании, заходим, регистрируемся на первый сервер, вот это вот все, ребята, да, там весело, интересно, задорно, ну не суть, я вот прорекламировал, хер его знает зачем, короче, такие заходите, типа, к что ты забросил БЗ, где БЗ, а чё с БЗ, вот, и я такой думаю, блядь, а реально, а чё с БЗ, я уже туда не заходил, херово тучу времени, блядь, ну надо зайти, не знаю, сколько я не заходил, может, месяца два, аж полтора, ну, посмотрите, когда у меня последний видос был по БЗ, вот не заходил. Ну, конечно, в названии я напишу, что рыцарь этим и выбил из Ноузила. В названии напишу, что у меня не было 100 световых лет в битве замков. Короче, решил зайти, посмотреть, что там происходит. Потому что там многие из вас заходили, такие, там, типа, обнова вышла. Вот это вот все. Короче, давай сегодня просто поугараем. Хотя, давай, наркомания вещь такая. Сольем 1010 самоцветов. У меня, кстати, 160, я захожу, у меня 160 тысяч самоцветов. И я такой, опа, при том, что я здесь не играю, не снимаю видосы. Мне разработчики до сих пор шлют, короче, самоцветы. Вот. Спасибо им за это, но лучше слали деньги, тогда бы я бы снимал бы, и вот это вот, ну, как бы, оп, кошка-мак и фехтовальщик, я, честно, не в душе, они у меня есть, их у меня или нету, вот, но, тем не менее, я их выбил, вот так вот легко, ну, типа, хоть в игре давно не было, но мои ручки, да, задроченные, все помнят, ой, по микрофону долбанул, печалька, короче, битва замков, не знаю, я ее обновил, зашел, и нихера не понимаю. Нихера не понимаю. Единственное, что это уже вторая попытка записать видео. Я в первой попытке построил какое-то здание, центр экипировки. Эта экипировка появилась. Чего не показывать надетую? Чего, откуда ее брать? Тут типа задания надо какие-то... А, слушай, вот в первой части видео я этого не проходил. А что это такое? Высадить. Вот, подожди. Короче, заходя сюда, я реально удостоверюсь, они ее все мудят и мудят, мудят и мудят. Ну, высадить, давай. Ну что, заполнить все. И что дальше? Высадить. Высадить всех. Что такое? В процессе. Че, куда, зачем, почему? Дадут какую-то экипировку. В рот я это ебал. Говорю, ну, сейчас, когда люди скачивают битву замков, если раньше разработчики должны были в придачу дать загорелую мулатку, хотя, ну, блин, тавтология какая-то, мулатка и так загорелая по дефолту, да, бутылку Джейсона, то сейчас они еще должны дать энциклопедию по битве замков, потому что они настолько ее замудили, что, мне кажется, World of Warcraft проще, чем сейчас битва замков со всеми этими, были примочками для героев, потому что сейчас пиздец какой-то, кстати, квесты поменяли, а что у нас? Смотрите, отображение квестов поменяли, твою же дивизию. Короче, я, может быть, буду записывать видосы по БЗ, ну, чисто just for fun, такое, типа, ну, никакой информативности, хотя ее и так уже давно не было, где я, где информативность, буду заходить, может быть, иногда фаниться, да, потому ваша задача сейчас это поддержать лайками, потому что, ну, видос никаких просмотров набирать не будет, потому что давно уже не снимал битву замков, канал мертвый, так что я на вас, ребят, надеюсь, оставляйте свои невероятные комментарии, я их хер знаю. Что я делаю сейчас? Подожди. Ну вот, квесты. На что они тут поменяли? О, самоцветы дают, смотри. По 15 самоцветов. Бля, я говорю, сейчас, если раньше там можно было там часик-два зайти в игру, пофармить ее, и вроде как норм. Сейчас я смотрю, ты тут можешь, блядь, реально бесконечно заходить. Но все равно награды говно. Ну ты сейчас можешь бесконечно заходить, короче, что-то ковыряться, какой-то хуйней заниматься. Вот. Забыть про личную жизнь. У тебя даже подрочить не будет времени. Просто, типа, какой импорт хаб? Мне там надо пройти вот эту вот всю хуйню, блядь. Ну, типа, реально, камон. Раньше было лучше. В алтаре ничего не поменяли, да. Никто мне героев не прокачал. Окей. У меня до хера не прокачанных героев. Дальше. Я что-то видел какой-то мимас в инстаграме от Castle Clash, что, типа, появилась новая карта Нарси. События гильдии. Так, тут я уже регался, но вот сегодня
тыркался, типа, ну, надо заходить тогда, когда Нарсия начнется. Какую-то другую карту придумали. Мне прям интересно, что это. Если вы знаете, расскажите. Так, дракон мой стоит на месте. Стоит, никуда не уходит. Пиздюка кусок. Дальше, тут у нас... забрать все. О, боже. Ну, здесь это блиц. Блиц из хуиц, короче. Ничего не поменялось. Перки. Да, все так же в тенге. Окей, ничего не поменялось. А, почти зверские. Свинка Пеппа. Все те же лица. Подожди, что у нас по силе? Какая у нас сейчас сила? Блять, я на 1789 месте. Я когда-то был в топе 100 по силе. Ёб твою. 4 ляма, 609 тысяч сил. Господи! Шо это, блять? А у меня лям 290. Это я не хил. Ёба так отстал от жизни, да? А, свинка Пеппа. Челсик на топ-4. Челсик, блядь, 3 ляма 920. Кто твой аккаунт белорусский опошлил донатом? Господи, ты шо, Лукашенко свой аккаунт продал? Как ты в топ-4 оказался, Челсик? О, посмотрите. Ну, в принципе, все знакомые лица почти, да, на процентов 70. О, прибал тут есть. 3 ляма, 888 тысяч сил, 888. Ахиллес, посмотрите, абсолютно такая же сила. Слушай, а подземки добавили? Подземелье? Ну, мастерские подземелья, это понятно. Кошмарная восьмерка. Нет, ничего не добавили. Ладно, подожди, что у нас еще было? Волны, пришествие монстров. АК, АЛ, АМ. Я знаю, давай АК запустим волну. Ну, я просто тут, ну, на халяву стоят герои, да, Триант, это, ну, самый необходимый герой. Ну, да, тут понятно, как бы на халяву я не пройду, вы схуяли мне на халяву пройти, если у меня, соответственно, стоят, как бы, старые герои, никаким образом не прокачивались. Да, тут я эту херь проиграю. Дальше, что тут потыркаться еще интереснее? Ну, гильдийных событий не добавилось. Что-то они намудили, короче. Что-то они намудили с боссом. Где он теперь, походу, один. Битва за факел. Рейтинге. Не участвовал. Битва гильдии войти. А у нас вообще кто-то битву гильдии проходил. О, ёпты. О, кто-то проходил битву гильдии. Из 75 человек, блядь, 9 человек прошло битву гильдии. Надо посмотреть вообще, что у нас там на аккаунте. Жесть. А, точнее, в гильдии Братства Воинов, Манго, Санрайз. Ля. Окей, дальше. Что у нас тут получает? О, чатик. Куплю АК, пишите ценную силу. Нормально. Идем дальше. Хаб гильдии. Даша Рак, Саша Ник. Окей, они еще живые? Саша Ник не был 99 дней в игре. Даша Рак, Beautiful Бомж. 82 дня не были в игре. Интересно, девки пляшут. Ой, ёб... 172 дня не был чувак в игре. Ёб твою дивизию. У нас супер... Ребята, кто хочет вступить в активную гильдию, вступайте в Sunrise. 148 дней чувака не было. Нет, оно это понятно, что если меня... А что за найм? А, это типа если присоединиться, да, окей. А, короче, ну, если вам нужна активная гильдия, вступайте в Sunrise. Подожди, на каком мы месте в топе? Сила гильдия, так, монархи, 190 миллионов силы, хулиганы, 178 миллионов силы. Ебулон на третьем месте. О-ля-ля. Да, подожди, кто там есть? Там тигра есть? Я помню, с ней когда-то кофе пил в Питере. А, нету тигры. Есть зато ябулонец, ябумафия, Мерлин какой-то, Роберт, ябудяк, ябулов, дельфин, иллегал, Артем, Феникс. А что с тигрой сделали? Скушали ее? Все? Печалька. Так, идем дальше. Что у нас тут получается? Что еще поковыряться? Если честно, я в душе не буду куда жать. У меня есть безумный набор. Набор-сюрприз. Ежедневный набор.
Что это? Вот что это? Печать хаоса, сука, откуда вы ее высрали? Зачем вы усложняете все? Понадобавляли героев, понадобавляли какой-то прокат. Что? Куда это? В жопу героям сувать, я не понимаю, блядь. Уже плюс 100-500, блядь, руны, хуюны, блядь. Еще печати, блядь, на жопу, наверное, эти печати ставят. Куда там уже в героев что-то можно вставлять? Я, ну, типа, я реально не понимаю приколы. Типа... Чуваки, куда еще потыркаться нам? Как посмотреть вообще, какие герои у нас сейчас добавлены? Колизей... А, вон, на книжку, наверное. Художница, спартанец, могильщик, хмельной примат, бля. Чешуя крыл. Официальные события. Донатный дракон. О, божечки. Спартанец. Самоцветы. Тренировать героев. Художник. Художник. Тренировать героев. Блять, это что такое? Подожди, я что-то сегодня уже заходил, тыркался. Я заходил, тыркался. Где этих героев тренировать? Тренировать героев. Что это типа зеленый надо? И чё? А, мне вот эта вот хуйня нужна, которой нету. Угу, замечательно, блядь, потренировали. Прикольно. Это типа сделано для того, чтобы типа сливать эти вот карточки ненужные. Ну давай, блядь. Хорошо. Подожди. А что я получу? Да я ничего не получу. Мне нужна вот эта вот хуйня. А где она? Что она? Откуда ее взять? Конечно, за бабки, наверное. Или сиди, дрочи в игре. Подожди, у нас здесь что-нибудь поменяли? Угу. Здесь у нас ничего не поменяли. Ну, тут у нас задание. Да, оно все понятно. Великое возвращение. Добро пожаловать обратно. Пожалуйста, примите от нас этот набор грандиозного возвращения и продолжайте ваше приключение. Да засуньте его себе в жопу, посмотрите. Меня не было. Меня не было, ёб твою. Сколько времени в игре? Типа, и они мне что дают? Вот эту, блядь, нахуй никому не нужную карточку. Эти 100 книжек, которые я нахую вертел, значки почета себе в жопу засуньте, сундук благодарения, отъебитесь, блядь, и две монетки события. Долбоебы. Ну, я не знаю. Типа, знаешь, мне захотелось развернуться и удалить игру нахуй, блядь, после такого набора возвращения. Набор люкс. Чикаго люкс, блядь, ребята, да, в битве замков. Семья моя называется. Чикаго люкс, туда заходим. Вот это я что могу получить? Ага. Особое предложение. Господи, что у нас тут? За 50 тысяч купить вот эту вот херь, печать хаоса, а оно мне надо? Ну, я не знаю, напишите мне в комментариях, оно мне надо. Вы там, пожалуйста, лайки поставьте, комментарии. Ну, если хотите, чтобы я иногда по фану такие видосы записывал, то, пожалуйста, давайте там какую-то активность проявите, потому что, сами понимаете, канал сейчас мертвый, на нем видосы долго не выпускались, то есть просмотров никаких не будет здесь. День замка владельца, волшебная кузница, войди в игру и получи приз. Господи, я боюсь представить, что же я там получу? О, рыцари и драконы, базар, пакет накопления, выращивай приз. Вот эти мне самоцветы, что лучше, напишите, на роллинг потратить, записать роллинг, специальное предложение, 1 плюс 2, раньше было 1 плюс 1, сейчас 1 плюс 2, говорю, еще полгодика пройдет, уже будет 1 плюс 5, большая выгода, счастливое число, сокровищница, возвращение домой, стратегия героя, блядь, если ты знаешь себя и своего врага, тебе не стоит бояться результата сотни битв. Господи, маленькая помощь. Что у нас тут за маленькая? Забрать. О, я какую-то херь забрал. Окей. Какие-то звезды, видели, там появились? Создающим... Вот, бля, тайный базар, наделали говна. События. Парящий остров. Карнавальный торт. Во! О, я могу что-то... О, я могу потом обезьяну хмельного примата забрать. А если задонатить, еще могу что-то забрать. Окей, сейчас что я забираю? Это что за звезды? Эпический звездный камень используется для повышения звездного уровня реликвии эпического героя. Что, блядь? Идите нахуй, блядь. Что вы сделали с игрой, придурки? Мне даже сюда будет трудно зайти. Что тут вообще? Просто собрать все.
Окей, мы собрали все. Что собрали, хер его пойми. Короче, все непонятно. Подожди, что у нас тут еще? Что, куда можно зайти? Арена, экспедиция. Экспедиция вроде ничего не поменялось. 809, везде... А что такое сброс? Вы уверены, что... А, окей. Пропуск, вызов. Ну давай вызов. Тут что-то поменялось? Да, всех выпустил. Даже никого не потерял. Во, можно будет экспедицию поиграть. Потыркать, а чё нет? Ну нахер оно мне надо? Непонятно. Окей, что тут еще есть? Экспедиция, арена, Колизей, забытая битва. Где забытую битву, я более чем уверен, они так и не починили, наверное. Ладно, арена. О, они туда... А, подожди, я же сегодня заходил. Да, они тут все поменяли. Они тут все поменяли, вызов. Да, раньше мне как-то оформление привычнее смотрелось. Окей. Окей. Короче, я тут в шоке. Типа, ребят, вы там, я не знаю, скажите, куда зайти, чтобы посмотреть. Ну, вот просто невооруженным взглядом, если вот заходя сюда, да, вот я тут уже не играл сколько времени, и что я наблюдаю? Вот просто картину, какую я наблюдаю. Опять же, на первый взгляд, я наблюдаю, что добавили снова героев, причем одного донатного. Я наблюдаю, что добавили очередное усиление героев какой-то хуйней, которую ты, блядь, должен покупать за бабки. То есть, как бы вот это я наблюдаю, да? Ну, херь полная. Вот, что я еще наблюдаю? Да больше, в принципе-то, ничего. Ну, то есть, что-то такое, оформление поменяли. Добавили героев, поменяли оформление, усилили героев донатной хуйней, какой-то новой валютой, какими-то новыми ресурсами. Вот это вот то, что я наблюдаю. Чего-то другого я не наблюдаю. Может, расскажите, может, там какая-то карта Нарсии появилась интересная, да, что-то, или еще что. Ну, потому что вот как-то так. Вот, короче, вот такое вот видео. Со второй попытки у меня получилось записать. Битва замков проклята, что даже записывая первую попытку видоса, у меня, сука, слетел звук. Короче, пишите, что мне потратить эти самоцветы, куда их потратить, или кому-то засунуть в одно место. Короче, всех вас люблю. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях, вы красавчики, поставлю сердечко. Всем чаушки.